Свою встречу я планировал провести немножко в другом ракурсе, в канун празднования Дня работника налоговых органов. Но, к сожалению, я сегодня должен прокомментировать события, которые происходили у нас в нашей инспекции 13 ноября текущего года, для того, чтобы этот вопрос не оброс разными слухами. 13 ноября примерно в 17:30 областным управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции совместно со службой безопасности Федеральной налоговой службы в инспекции проводились мероприятия в отношении сотрудников отдела выездных налоговых проверок, попавших в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в коррупции. Мероприятия проводились примерно до 23:30, в ходе которого были опрошены и другие сотрудники отдела и отпущены домой. Главный госналогоинспектор и начальник отдела были задержаны примерно до 1:00 и были отпущены. Я не обладаю информацией о факте взятки, точнее, так же, как и вы, обладаю информацией, опубликованной агентством Life News. По моей информации, данным сотрудникам не было предъявлено обвинение. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Фамилии сотрудников пока не называю. Одна сотрудница, видимо, какие-то лекарства приняла, успокоительные, и, в общем, она оказалась в больнице. Начальник отдела на рабочем месте, сегодня с утра был. Но данный факт у нас будет проанализирован и приняты меры, организационные меры для недопущения впредь подобного рода вопросов. Вообще, я своей главной задачей считаю создание единого правового поля для всех налогоплательщиков и для работников налоговых органов, создать условия для процветания бизнеса, для качественного обслуживания налогоплательщиков, и, соответственно, выстроить партнерские отношения с бизнесом для того, чтобы мы могли оказывать качественные госуслуги, которые нам поручены по закону. Это вот что касается вот этого вопроса. Но, конечно, я хотел бы и, пользуясь случаем, прокомментировать и вопросы, связанные с нашей деятельностью. Вчера... Можно мы сначала этот вопрос? Да.